Мы поехали кататься. Что самое интересное, угадайте, кто не приехал сегодня? Вот вообще ни одного человека не приехало. Наверное, вы можете угадать по транспортному средству. Вот, да, сегодня ледок утром. Вот, Андрей говорит, что он уже полетел. Ну, бывает. Отличная погодка. Вообще круто. Главное, смотрите, что под ногами. И внезапно можно ехать. Можно. Мы едем. Кто-то говорил, что надо будет сходить. Вот. Кто-то говорил, что нарисовал маршрут, который не знаю, надо будет лезть через... Аккуратно! Там очень рыхло. Едем. Опасность.
Я не знаю почему, но, наверное, этому есть какая-то причина. Разные люди. Кто-то едет сидя, кто-то едет стоя, а кто-то сидит дома. Мы дома не сидим. Видео к вопросу о том, что может моноколесо и не может самокат. Оп! Кролик Duracell. Ребят, потели батарейки. У кого совсем сильно, у кого не очень, но из серии до центра уже не доехать. Вот, а я как тот кролик Duracell, который продолжает ехать. Вот, в общем, скоро доеду до центра. Такие интересные дорожки тут. Проехать на самом деле в Валдес можно. Скоро сделают, надеюсь, там велодорожку вдоль железнодорожных путей. Ну там так можно проехать. Прикольные такие. Тут даже места интересные можно посмотреть. Здесь какие-то там сады, я все время забываю, какие. Вивамы в поле.